Всем привет, привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Дракон, и еще Настенька там где-то зарылась. Настя, привет, вот она. Да, привет. Мы играем в воздушный дом, то есть мы сейчас с модом Respawn находимся в игре и будем, короче, строить воздушный дом, уже вторая серия. Так, я, наверное, отправлюсь наверх, чтобы смотреть, придумать надо что-нибудь, а то что-то идеи в голову не приходят. У Подумай, нас да. слишком мало ресурсов, чтобы мы могли сделать полноценный огромный дом. Можно по водичке, конечно, подниматься и срубить все это дерево, которое мы понастроили. Но это тоже извращение будет. Потому что очень долго по водичке подниматься. Даже по лестницам я полчаса поднимаюсь. Хватит шмыгать носом. Ладно. Насастик. Так, вот наша обитель. Хватит. Зла. Шмыгает тут Что? и шмыгает, раз шмыгнуть. Я не шмыгала сейчас. Шмыгодявка. Так, Шмыгодявка. ладно, пока ты там, короче, занимаешься всякой ерундой, я сделаю Я кукурузную в ферму. шахте. Ну и понятно, занимаешься всякой ерундой, я сделаю кукурузную шахту. Кукурузную Ерунда. шахту, блин. Да. Кукурузную ферму. Это будет кукуруза дяди Сэма. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, пошла жара. Единственное Эй, плохо. эй, 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 нет, нет. Чё ты? Да, у меня 2 хп, я восстанавливаюсь. А ко мне зомби идут. Тут, походу, спавнишь. Или нет? А мне дракончик мешает. Алмазный, ой, алмазный, блин. Золотой блок нашла. Гениально. Ты можешь сделать из него чучело. Из него же ничего не делается. Какое? Можешь золотые яблочки сделать. Ой, я Эндермена в глаза посмотрела. А он тебе посмотрел в глаза в ответ. Да, я отвернулась потом. Это любовь с первого взгляда. Да, это... Да? Три, вот так. Три, вот так. Так, ты что? Три, вот так. Мальчик. Так. Вот так. Золотой блок. О, еще один золотой блок. Мне нужны бедра, Настя, мне. Эй, бедра, говорю. Теперь, Я а! утро. Меня дракон напугал свой же. Бывает. Все, Ой, еду. изумрудики. Сделай из них себе ожерелье. Тузи. Куда? Ну что там у тебя? Мобов Нашла много. что-нибудь? Мобов? Изумруд нашла. Не, нам смотри, строительные леса нужны всякие, вот все такое. То есть камень. Камень, несколько, 5-6 стаков камня накопаешь и можешь возвращаться. Чтобы нам стены сделать, пол и так далее. Еще дерево бы, конечно, понадобилось. Алмаз нашла. Там нужны нам алмазы, как ни странно. Ой, дракончик опять ко мне притырился. Флам. Ты любишь дракончиков добрых? Да. А злых? Вот. Настя не любит отвечать на каверзные вопросы. Да? Они же каверзные. Че на них отвечать? Так, Ну, теперь. этот уранил. Молодец, молодец. У тех кто там гавкает. А, это мой дракон, Это наверное. мышь.
Я раскапываю Это землю. мыши. Мыши кавкают. Ничего себе, у тебя мыши в Нет, в голове. шахте. В шахте. Откуда Мыши. там мыши? Пищат там они. Летучие. А, нет, тут дракончик гавкает. Неудивительно. Чё? Неудивительно. Почему? Не знаю. Ну всё, ты знал тут. Лазуриты нам нужны? Нет, ясно, все. Я не ответил. Ну что, зато я ответила. Ай, стоять, бояться. Я же забыл кое-что. Я убил Что? кукурузу. Ну, я бортик Кукурузу убил? забыл сделать. Ух ты ж. Ты не помнишь, как за бортики крафтились? Помню. Ай. Кыш. Я тоже уже вспомнил. О, каньон. Ну, это сама как большой каньон. Спасибо за комплимент. Комплиментики. Тут раскомплиментился я вообще в последнее время. Да вообще. Одни комплименты, одни комплименты. Походу я заболел. Да. Весеннее обострение. Утюжочек. Кто? Что-то Утюжок. ты кру... А, кружок. Вообще-то это тыка. Ну ладно, тыковка. Кружочек. Утюжочек. Никто не Кружочек. понимает, о чем мы, но она, короче, утюг. Утюжочек. А, ты кружочек. Утюжочек. Кружочек. Аметист. Нет, утюг. Я нашла аметист. А я знаю утюг. А я знаю Кстати, кружочек. хочешь прикол? Я вчера утюг купил. О, Реально. хочешь прикол? Я вчера, короче, нашла, ну, мячик, кружочек. А я реально Я купил. дала его кошке. Вот она его, ну, короче, играла с ним. Очень Вот. интересно. Да. Поржать можно. Что-то мне не смешно. А мне смешно. Я люблю котеек. Я еще какую-то непонятную траву посадил. Ну, неудивительно, ты же кружочек. Ты же утюжочек. Иди погладь что-нибудь. А, я понял, как спускаться более выгодно с острова на драконе. Чё ты там сказала, утюг? Сейчас спущусь. Ты меня не найдешь. А мне дракон. А какая разница, как будто он меня найдет? Ну, тебе должно быть страшно. Нет, мне не страшно, он меня не убьет. Я добрая. Да ладно, ты добрая. Ладно, я пойду динозавров тогда спавнить. Надо Иди. клетки. Надо клетки сделать. А слышь, у меня... А нет, Че? все. Кушать нечего. Да, а у меня есть. У меня 27 яблок. А, У давай я меня... лучше на драконе поднимусь, точно. На драконе, кстати, быстрее, чем на этом. По лестнице. Я ничего не вижу. Моего дракона заносит. Мы заходим на взлетную полосу. Лево руля. Мы перелетели. И А! вы потерпели крушение. Нет. Я грибочки нашла. Я упал на верстак. У меня растет кукуруза, и у меня все хорошо. Да. Да. Так, теперь давайте мы займемся самым главным делом в нашей жизни. Мы Чем? будем спавнить злых мобов. А, ну ладно. Спавни. Все, создаем бесконечный источник воды. Так, что у Ага. нас? Кавы, спидер, спаун, эгг. Спидер это, Это по-моему, паук. паук, да. А, пещерный паук, это Какой? еще лучше. Так, у нас есть пещерный паук. И еще какая-то. Спаун Виктори Раптор. Что за Вилцари Раптор? Вон. Хотите узнать, что такое Вилцари Раптор? Сейчас Это узнаете. робот.
наверное, какой-то. Нет, там не написано. Раптор, это динозавр какой-то. И камасутра какая-то. Камасутра. А, да. Камасутра, я знаю, что это. Что это? Это, короче, кошечка это. Динозаврик, он мяукает. Он добрый. Так, мне нужно клетку создать, наверное, да? Да. У меня нет ресурсов. Дай мне камень или еще что-нибудь. Блин, вообще. Как бомж. Подожди. Что себе бомжом? А, я нашла этих коров. Да мне не корову, мне нужны строительные материалы. Ты за ними шла, а ты коров ищешь. Я вообще за ресурсами шла. Нет, вот строительными сейчас материалами. Мне клетку не из чего строить. А, там нужны строительные материалы? Там все нужно. Давай быстрее ты пошли. И отдай мне все. Сейчас. Я в океане. Фига. Сейчас. Ты пышнусь. Ух ты ж. Сейчас. Ай. Тебе камень? Все. Ну на. Да не алмазы, мне нужен только камень. Ты сказал все. У меня камня весь очень камень мало. Блин, иди добудь именно камень. Ты за этим и шла, а не за всякими этими. Они... Вот смотри, что я с ними сделаю. Тю-тю! Тю-тю! Блин, сама прыгнула. Дай штук алмазы выкину. Ой, золото. Которые и так не нужны. Блин, почему так мало камня-то было? Настя, забери дракона. Был убит зомби? Алло! Ты чё, пропал опять со скайпа? Чё, я тут. А почему молчишь? Мобов очень много. Ты опять убита зомби. Только тут все, буквально все. Не успеваю всех убивать. У тебя же супер меч, я ж тебе дал. Я знаю. Ты даже спасибо не говоришь, а блин. Спасибо. Угу. Я не должен тебе намекать. Должен сама это сказать. Ну ладно. Так, разделим. Это будет клетка для монстров. Так, вот так. Я не знаю, они большие или нет. Кто? Монстров? Да, вот эти. Я отвязалась от мобов. Да ты отвязная девчонка. Смешно. Чего в смысле? Ржет и нихрена. Смешно. И нихрена не поняла. Да все. Все с тобой понятно. Все с тобой понятно. Утюжок. Кружачек. Так. Так, сказал бедняк. Не кобянись, тут раскобянилась. Раскобянилась. Сволочь ну, ты. У меня палок и досок теперь вообще нет. Чё сказал? Отдай мне кирку. Мне нужно я камень, камень сломать. Добываю. Да ты добыла уже ничего. Сходила зря, называется. Я уже добываю. Мне тпхаться к тебе? Да. Сейчас я тогда еще немножко добуду. У меня тут уже пчелки завелись. Смотри, они оплывают. Да, тебе. О, наконец-то. Тебе они-то не нужны? Взяла, блин. Да у меня давай еще есть. Теперь иди за камнем. Сейчас поем. Хватит жрать. Это кукуруза? Толстый. Да. Она еще не поспела. Так, упасть бы нормально. Да-да. Это всегда такая. Какая? Такая. Сколько мобов. Сколько мобов. Растеснялась она. Много мобов. Они там и должны быть. Так, я, наверное, крышу открытой оставлю. И вот здесь заспавню вот этого моба.
Так, а, пещерный паук. Это страшный моб, его нужно полностью закрывать. Ага. Дракон залез в клетку пещерного паука. Ой, 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 мне страшно. Не бойся. Да прибудет с тобой сила. Бога. Юды. Мастера Юды. Паутек, паутек. Он застрял, он застрял. У нас есть паучок в коллекции. Ай-ё! И что? И он в клетке. Паучок в А, клетке. ну. Давай Хи-хи-хи-хи-хи. зоопарку сделаем. Да я что делаю, по-твоему? Ну ладно. Так, теперь следующую клетку нужно сделать. А, так. Им нужно очень много ресурсов. Ага, я добываю камень. Да, добывай все. Добывай, добывай. Добыча ты наш. Добываю. Добываю кружочек. Так. Добываю. Утюг, блин, работай. Я на кнопочку нажал, ты должна гореть. Понимаешь? А ты? Утюг. А я должна кнопочку нажимать. На круглую. На круглую, на квадратную, блин. Это ты же кружочек. А ты же утюжочек. И вместе мы кто? Ну, дураки мы. Какие киви? Дураки. Киви. Какой киви? Ну, шоколадка такая, наверное. Не, это животное. А! Стоять. Сейчас будет страшно. Я заспавню раптор Векторе, и он может меня убить. Ну ничего страшного. Блин! Ты знаешь, какой страшный раптор Векторе? Не знаю, я его ни разу не видела. Вот теперь посмотришь, вон он у нас в клетке. А, его можно, кстати, с окошечком сделать. Он не убежит. Это же не пещерный паук, он может убежать. Раптор Вектори, привет! Дом. Велцираптор, точнее, это Велцираптор. И у нас одно яйцо осталось, Камасутры. Я Камасутра. его с раптором помещу. Он его убьет. Это Нет. добрый. Я вижу, вон они вдвоем. Они яблочки едят. Да, я знаю. Все, вот у нас три динозавра, три животных. Короче. О, кто-то орет. Это не твои там питомцы? Питомцы. Они, а ты где, Да. рядом? Нет, я в шахте слышу страшного А моба может какого-то. Кракен появился? О, если это Кракен, нам конец. Не знаю. Не знаю, у меня тут Я пчелки, услышала кого-то громкого. динозаврики. Какой звук был? Изобрази. Ну, как, я не знаю, как я это Ну, изображу? примерно. Ну, как драконий. Ну как? Такой, ва, какой-то такой. Ну-ка еще раз. Зачем? Представь, что ты дракон. Сделай этот Я не голос. смогу изобразить, я не тебе не Ну дракон. давай, давай, ты же Галкин. Кого? Максим Ты чё, Галкин. Пугачёва? А ты Алла Сделай, Пугачёва. сделай этот голос. Сделай. Что тебе шепнул дракон? Расскажи это полиции. Что он несет? Ну, ты зайди в полицию и расскажи, что тебе, как ты разговаривал с драконами. Они тебе все Никак. поймут. Ой, вот достала. Настя зависла. Это бывает Нет. очень часто, ребята, не обижайтесь. И в этом нет ничего удивительного. Да работай. Иногда Настя зависает автоматически. У него программа такая. Вообще, мне кажется, цель жизни Насти это довести трубоежика до белого коленя. Разозлить, в общем. Она для этого и родилась на этот свет. Да? Нет. Нет? Ну ладно. Изобрази дракона. Сам изображай, не хочу. Вау! Как он там орал? Я не вау. Мяу! Гав. Вы все это слышали? Она сказала.
Гав! Гав? Да ты псих, ты Что? чё? У тебя же голоса нет, ты чё, молчала лучше? Гав. Надо У вот меня так. нет голоса. Как? Гав. Трактор. Гав. Мотоцикл. Ну-ка, давай ты. И все? Что за неоригинальность? Ты пукнула. Нет. Ой, Что? Зачем? блин. Когда? Почему? Я тебя троллю. Ладно, забудь. А, кстати, это, я хотела спросить, вот эти оренбургские пчелки-то. Я посмотрела. И... Ну, это там танцы-то, да? Они танцевали. Ты чё, это, блин, по телеку даже показывали по Первому каналу. Я не видела, не Скандал был смотрела. огромный. Я Они, кстати, поняла. твоего Ну, возраста, блин, вообще-то... камызяка ты маленькая. И по Вообще-то у нас 15-16 такие лет. танцы тоже есть. Ну Ну, не у да. нас, не у меня, а, ну, вот этому тверку его учат некоторые тоже. Ну тебе не научиться. Ты же утюжотик. А я не пыталась Вот даже. именно, и не старайся. А зачем? Ну, это легко делается. Да ладно, легко. Да. Пчелки на всю страну прогремели. Суперзвездами стали. Ну там в основном блондиночки. А ты же рыжая. Я не рыжая. Ну, почему? Я не рыжая. Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку, лопатый. А я дедушку не бил, я только похоронил. Ага. Смотри, какой я ободок сделал вокруг дома. Тут можно на лыжах кататься. На лыжах? На лыжах. На лыжах? На лыжах, да. На Ладно. утюжках. На кружочках. На утюгах. На Покатушки. кружочках. Так, ладно. Дорогие друзья, Веселая давайте школа. закончим на этом нашу серию. С вас огромный, прям громадный Лайк. лайк. Да, и поделитесь этим видео в социальных сетях. Там есть кнопочка поделиться. Ну и пишите свои комментарии. Стой, Привет. видишь, как здесь хорошо? Хочешь, бери этот булыжник. Я много Не-не-не. накопала. Подойди к дракону. Максимально близко. Это Спарта. Эй! Я прямо около тебя умерла. Привет. Привет. Не, не ломай мне броню, я сам спрыгну. Ну, давай. Это Спарта. Да, это Спарта. Да не ломай мне броню, блин. И топчет, все, топчет. Пошли, давай вместе Этот... прыгнем. Давай. Кто быстрее долетит? А ты меня... Давай, раз, два, три. Стой, 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 стой! Нет, вода, я быстрее! Тони, Ой. тони, тони! Где ты? Я тебя вообще не вижу в воде. Я скрылся с ведерком. Там каракатицы сражаются с крокодилами. Тебе нужен был лыжник? Прям как ты с подругами. Ау! Где я? Там водичка капает с небес. Вижу. Заметил? А, ты сам последний. Потому что я водичку уронил. Уронил водичку. А ну иди сюда, я тебе яблочко, блин, по башке кину. Вон она ползет. Чё ты вниз смотришь-то своими глазками, глазками? Я не смотрю, Я она все же. видел. Вот опять посмотрел, а Ну, сейчас да. Подожди, сейчас я вот кое-что опять, сделаю. блин, смотрит, и глаза выколю сейчас. Только попробуй. Кидается Тебе тут ничего не пришло? говняшками, гнилыми плотями.
И ну-ка иди. Эй, а где динозавры? Ты офигела? Я? Ты чё? Это, наверное, дракон убил их. Ты офигела? Они добрые, он их не трогал. Я Дракон тоже их сожрал трогала. динозавров? Настя, ты убила динозавров, что ли? Пока я Я был. не убивала. Ну-ка, Ты чё? признавайся. Я не убивала. Где мои динозавры? Ну, Я они, не наверное, убивала, честно. отспавнились, когда мы ушли. Нельзя уходить далеко. На, булыгу. Да подожди, все, уже в следующей серии будем это все делать. Так что, ребят, спасибо за просмотры. Всем пока. Ну и подписывайтесь на Пока. канал, если смотрите впервые. Настя, скажи что-нибудь от себя. Вот я хочу сказать такое, что Все, всем. я